В редакцию телеканала ТВК обратилась берчанка, у которой в минувшую пятницу в общественном транспорте вытащили деньги из кошелька. Похищенная сумма в 3000 рублей для пенсионерки оказалась существенным ущербом, тем более в преддверии новогодних праздников. 15 декабря этого года где-то в 7 часу я села в маршрутку номер 16 на остановке Дом культуры. Маршрутка следовала в сторону микрорайона. И в это же время туда забежала группа молодых людей. Три девушки и парень. И они почему-то навалились на пассажиров, сидящих вот на первых сиденьях, спиной к водителю. Там вот, где я сидела. В это время они шарились в моей сумке и украли у меня деньги. 3000 там с небольшим. Ну и все, видимо, когда дело сделали, и открыли дверь и убежали. Как рассказали в городском отделе МВД, довольно часто поступают заявления от граждан о кражах кошельков и наличности в местах общественного транспорта. Поэтому жителям нашего города советуют внимательно относиться к сохранности своего имущества, особенно в местах большого скопления людей.